Черт возьми! Ему хреново. Нужны таблетки. Пусть не притворяется. Сегодня и так двойную дозу схапал. Мужик, а ты откуда? Не пойму, ты не мерещишься или нет? Пошли со мной, брат. Король ящериц. Открывай быстро.
отключаются. А еще он материт всех, кто хочет нас вырубить. Сюда незнакомец. Пивка бы сейчас. Это меня получил. Злой дух, выйди из телевизора. Какие же они все кретины. Жора, ты что, сумел пройти Петроцефальск? Я восхищена. Мордовороты похитили моего батю и Джудит Гроссман. Теперь доктор Броньков наверняка сделает им трепанацию черепа. Так что мне нужна твоя помощь, Жора. Правда, сейчас у тараканов брачный период. Пешком идти не получится. Тебя сразу сожрут. Возможно, эти торчки могут помочь. Злой дух, мы тебе поможем, если дашь ящик пива. Я вам дам 10 ящиков пива. Только сначала одолжите машину этому человеку. По рукам! Клава, заводи машину и готовь место для 10 ящиков пива. Будет сделано, повелитель. Я мигом. Ништяк. Дух из телевизора. Все готово. Ну, дебилы, честное слово. Жора, значит так. Езжай по дороге до железнодорожной станции Невский проспект. Я встречу тебя там. И берегись мордоворотов. Не забудь про пиво. Ну что, брат, готов, нет? Возьми на всякий случай в дорогу пару пачек таблеток, да и патронов захвати. Брат, ну ты это, не забудь тачку-то потом вернуть. А я пока свяжусь с телемастерской. Чё-то меня получит. Алло, мастерская, у меня телек глючил, пришлите мастера. Алло, мастерская, у меня телек глючил, пришлите мастера. Чё-то меня получит. Им сейчас хорошо, видишь, как кайфуют. Алло, мастерская. У меня телек глючил. Пришлите мастера. Чё-то меня получит. Алло, мастерская. У меня телек глючил. Пришлите мастера. Алло, мастерская. У меня телек глючил. Пришлите мастера. Алло, мастерская. У меня телек глючил. Пришлите мастера.